Для этого простого трюка все, что вам нужно, это две четверки, либо две любые другие карты. У меня они лежат вот так изначально для проявления. Проявить можно различными способами. Я проявляю вот так. Большим пальцем сдвигаем влево и надавливаем до конца и выравниваем. Скорость это будет выглядеть примерно вот так, либо вот так, с большим кручением, неважно. Проявили. Поехали дальше. Даем выбрать карту. Показываем ее зрителю, сами ее тоже можем видеть, потому что вы не можете ее не увидеть, потому что вам нужна такая подмена, когда вы видите карту зрителя. Тра-ля-ля. Итак, вот так вот кладем все и делаем брейк на двух картах. То есть вот у нас левая ненужная карта, но на ней надо сделать брейк. Следовательно, она становится нужной. Правильно? Все. Поехали. Итак, 8 пик. Берем вот так, переворачиваем. И вот эти карты... Вот этими двумя пальцами поднимаем и закидываем туда. Таким образом, здесь появится другая карта, ребят. У нас есть брейк. Перевернули. Показали восьмерку, что все с ней нормально. И закинули внутрь. Все, подмена готова. Теперь вы эту карту можете девать куда угодно. Сначала не сдвигайте ее до конца, потому что вам еще нужно захватить эту. Следовательно, сделайте брейк лучше и переведите ее между ними. Как это сделать? У вас стоит брейк, вы кладете первую карту, вторую, поднимаете все три. После этого слистываете первую и накладываете двумя. И теперь показываете, что это реально середина, и задвигаете. Теперь все, что вам нужно сделать, это поднять вот так две карты и убрать их чуть назад на себя. Аккуратно. После этого поднимаем вот так. И держите двумя пальцами, чтобы, ну, вот этой вот штукой и пальцем, чтобы они у вас, ну, между ними было пространство, ну, в пределах разумного. После этого все, что вам нужно сделать, это закрыть вот этими пальцами вот эту карту буквально на секунду, а большим пальцем вот так двинуть эту. И у вас получится исчезновение. Так, давайте покажу. Вот у нас такая ситуация. Брейк. Вот так отодвинули. После этого показывайте, что она реально одна. И делайте пас. И все. Трюк готов. Ну, давайте еще раз. Две отодвинули. Исчезновение первой. И исчезновение второй. Так, плохо сделал. Давайте еще разок. Готово. И после этого показывайте так магию. Обязательно нужно всякие вот эти говорить, потому что это добавляет стиля идиота. Он неплохо работает, на самом деле, ничего смешного. Это, наверное, все, ребят. На этом мы закончим обучение этому фокусу. Если вы не поняли, все-таки пересмотрите еще раз. Я обычно повторяю по несколько раз, но... Тут такие движения, что повторять особо смысла нет. Либо их надо отдельно смотреть. Если что-то непонятно, пишите, какое движение вам именно непонятно. Я отдельное видео ради вас, ребят, сделаю. Все ради вас. И научу вас, чтобы у вас все-все-все получалось. Всем удачи, всем пока.